Итак, привет моим зрителям, подписчикам, новым зрителям. Давненько я не выходил в эфир, не выкладывал видео, но на это была причина. Потому что я решил увеличить жесткость своего станка еще больше, по вашим же советам. Но только решил это делать постепенно, потому что возможности сразу сделать то, что задумал, пока нет. А сделал я вот что. Забетонировал я полностью переднюю бабку. И теперь по технологии, чтобы застыл полностью бетон, нужно ждать 28 дней при температуре 20 градусов Цельсия. А так как сейчас весна ранняя еще, короче, она нас теплом не балует. У меня максимум бывает 10 тут температура. И поэтому, я думаю, мне придется ждать месяца полтора, пока он полностью застынет. Рисковать не хочется, чтобы не лопнуло, трещины не пошло. И, короче, губы кусаю, но жду, терплю. Хорошо, хоть сейчас на работу вышли, как-то время быстрее идет. Вот такие дела. А пока... Так, показать вам со всех сторон я. Вот такие вот получились пирожки. Внутрь замуровал арматуру, уголки, всякие корявые железки для связки. Ну, не знаю, что получится. Должно. Потом в будущем планирую заливать уже две тумбы и рельсы. По самые, если кто видел мои прошлые видео, вот по самые шпильки залью рельсы полностью. Понимаю, что кто-то сейчас скажет, надо было все заодно, но нет возможности. Потому что живу я далеко от района, 40 километров, и, короче, за цементом ехать, то все. У нас пока цемент еще не продают. Пока стройки не начнутся, всякие разные у людей, у нас цемента пока нет. Тут был мешок, я его использовал сюда. Вот, дальше я думаю, планирую, у меня здесь двигатель стоял 1,8 кВт, 220. Планирую сюда ставить теперь 1,5 кВт, но на три фазы. Купил себе частотник, наш русский Веспер. Веспер. Вот. Тоже на 1,5 кВт. Ну, думаю, двигатель 1,5 и частотник 1,5, хоть и пишут с запасом, нужно покупать. Но я думаю, это относится все-таки больше к китайским частотникам, которые по отзывам, если написано 1,5, то он никогда не выдает этих 1,5. Думаю, все получится. А пока прикупаю потихоньку запчасти для дальнейшего усовершенствования станка. Вот. Да. Так, ну еще надумал в будущем сделать подачу, автоподачу, тоже от электродвигателя. И я на старой станине уже пробовал эту подачу делать. Ну и, короче, у меня соединение получилось, что шпилька вибрировала немножко. И вместе с этим по суппорту чуть передавалось. И я решил, короче, потом примудрить вот такую штуку. Автомобилисты, наверное, знают, да? Граната. Ну, или шарус, как она называется правильно. Граната с автомобиля. Выбрал подешевле. А выбрал я ее, сейчас расскажу вам, где. Короче, мне недавно пришла идея в голову, что... Чем рыться на барахолках и покупать какие-то запчасти оригинальные со станков, которые уже давно не производятся, и поэтому цена у них очень сильно завышена. Я решил, что как идея в голову пришла, что с автомобильных запчастей очень много можно сделать полезного, ну, в смысле, самоделок, в плане самоделок. Я нарвался на один сайт, блуждая по барахолкам и так далее, и мне выскочила рекламка одного сайта. Называется он Юлсан, этот сайт. И меня приятно удивило их цены, их отношение к клиенту. Разговаривая с оператором, так, я вам сейчас даже вот на экран постараюсь вывести список городов. У них больше 200 городов, где они обслуживают. Это сеть магазинов автозапчастей. Они работают без посредников, напрямую с производителем. И поэтому цены у них намного ниже, чем вот у нас в магазинах. Это особенно актуально для автовладельцев, ну и для таких же самодельщиков, как я, которым нужны всякие разные железяки
для своих станков, поделок. Вот. Короче, для тех, кто живет далеко от областных центров, от крупных городов, как в песне поется. Потому что я вот живу от своего областного центра 250 километров. Так вот, разница в запчастях у нас ровно в два раза. То есть в области стоит, например, какая-то запчасть 2000, у нас в магазине она будет стоить 2, а то и 2,5. А то еще поноют, что ее под заказ надо везти. И поэтому для таких вот, как я, которые живут в сельской местности и так далее, интернет это очень большая такая выгода и так далее. Вот, и вот этот вот магазин Юлсан, во-первых, я поговорил с оператором, там сразу тебя связывают с оператором ближайший, ну, короче, по региону. То есть выбрал свой город, населенный пункт, и меня связали с оператором, который находится ближе всего ко мне. Я его спросил там и так далее, то все, и спросил вот именно про гранату. Он мне начал объяснять, предлагать, ну, что мне понравилось, что мозги не парят, и они не впаривают лишь бы подороже и так далее. Я объяснил, что мне нужно на самоделку, просто на станок. Мне качество, в общем-то, не важно, мне нужно как можно дешевле. Все, он мне сразу дал товар, то есть направил на товар, который меня сразу устроил. И действительно, он стоит, вот эта вот граната, она стоит даже с доставкой почти в два раза дешевле, чем у нас в магазине. Так что я очень доволен, и я уже там копаюсь, кое-что еще присмотрел с разных автомобилей, что будет интересно мне для поделок моих. И доставка. Эта граната мне пришла на третий день после заказа. То есть, можно сказать, позавчера я заказал, и сегодня, например, она пришла. Меня прям очень порадовало это все. Там на этом сайте есть, даже можно продать свой автомобиль. Есть рубрика такая, продажа автомобилей. Можно продать свои автозапчасти. Тоже, в общем-то, такая-то, ну, скажем так, в уголке сайта есть барахолка, где можно продавать свои даже запчасти. Бонусные скидки у них существуют. То есть после каждой покупки у вас скидка на следующую покупку. Скачиваешь приложение, мощное, отличное у них приложение. Даже по оценкам в Google Play 4,5 балла. И в App Store тоже есть. Так, теперь дальше. Они работают и с промокодами, то есть можно в интернете найти промокоды, и при покупке будет у вас скидка. Можно по моему промокоду, промокод сборка, вот, и при введении этого промокода вам будет скидка 5% от любой запчасти, которую вы купите на этом сайте. Мне кажется, это отличное предложение, то есть скидка на следующую покупку и плюс еще и промокод. 5% это тоже неплохо. Конечно, смотря какую деталь покупать. Вот, короче, мне этот сайт очень понравился. Ссылки в описании я оставлю. И оставлю ссылку, наверное, на канал их ютубовский. Посмотрите, что как. Там может больше объяснять, чем я. Потому что я умею объяснять только своими словами. Никаких штампованных фраз. Почти, наверное. Ну и короче, даже комплектация порадовала. То есть и смазка в наборе в этом, и перчатки даже есть, хомуты. То есть, ну, полностью для ремонта автомобиля, скажем так, все готово. Единственное, что еще мыло можно положить, чтобы после ремонта руки помыть. Так, ну все, наверное, это хватит уже. Это я что-то заговорился. Ну, просто благодарность людям, которые не гонятся за прибылью, а гонятся за отношением к людям. Короче, я отвлекся. Ладно, все. Так, а теперь я отвлекся. Теперь, наверное, уже и по ролику все, что я хотел сказать. Так. Что еще сказать? Да, жду ваших предложений теперь вот обязательно. Вы же мне много чего подсказываете, люди добрые. Как мне теперь бетонировать лучше эти тумбы, чтобы они были заодно с рельсами. То есть, я так понимаю, все равно мне придется проваривать вот здесь. У меня старый станинный швеллера и двутавр остался. Я, наверное, где-то на высоте сантиметров 20 приварю еще полностью швеллер, соединю его фермой, треугольниками, и потом все это залью.
То есть, как такового места у меня внутри останется мало. Но это не страшно, мне место это и не нужно. Так, может, потом какие-нибудь полочки сделаю. Вот такие планы. Поэтому по токарному станку в ближайшее время... Ну, хотя выйдут видео все равно. Частотник придет, поставлю двигатель. Уже можно будет показать, рассказать. Если интересно кому настройки частотника нашего Веспера, пишите. Ну, то есть, если более-менее количество, скажем так, вопросов соберется, я сделаю отдельное видео по настройке частотника. Спасибо тем людям, которые мне советовали. Прям несколько месяцев советовали. Купи частотник, не мучайся со шкивами. И, наконец-таки, я разродился, решил все-таки. Так, ну и все, наверное. Вот на такой вот ноте заканчиваю я сегодняшнее видео. Оно не такое уж и длинное получилось. Ну, всем до свидания, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Потому что когда-нибудь все-таки и для себя вы что-то интересное, я думаю, почерпнете. Все, всем пока.